1511 году Гюльфем попала в Сераль к повелителю. Через пару лет она родила сына Мурада. Малыш умер от оспы в 8 лет. Когда Хасеки скончалась, Сулейман стал чаще приглашать себе в покои Гюльфем. Ей можно было посещать покои Сулеймана, когда она захочет. Она приняла решение о строительстве мечети, используя свои средства. Гюльфем держала этот план в секрете от Сулеймана, намереваясь сделать ему сюрприз. Деньги, которыми располагала Гюльфем Хатун, быстро иссякали. Гюльфем стала думать, где еще можно взять деньги втайне от султана. Девушка в гареме заплатила ей крупную сумму денег в обмен на то, чтобы она провела ночь с султаном. Хатун притворилась, что заболела, и послала девушку, которая заплатила ей вместо нее. Вскоре Сулейман пришел в ярость и потребовал объяснений. Девушка сдала Гюльфем и все рассказала. Разгневанный Сулейман приказал казнить Гюльфем.